В Санкт-Петербурге начал работу 16-й международный экономический форум. В русском Давосе принимают участие более 5000 человек, в том числе первые лица государств, министры и представители крупных компаний. В рамках форума несколько минут назад завершилась церемония вручения международной премии «Глобальная энергия». Ее лауреатами стали два академика Российской академии наук и британский профессор. За разработки ученые получили по $1 000 000. Через несколько часов Владимир Путин откроет пленарное заседание форума. Ожидается, что российский президент подведет итоги встречи лидеров «Большой двадцатки» в Мексике, расскажет об энергетическом сотрудничестве и проанализирует антикризисные меры, принимаемые мировым сообществом. За три дня работы форума будут подписаны десятки соглашений и многомиллионных контрактов. Не исключено, что именно в Санкт-Петербурге президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поднимет вопрос о начале строительства российскими компаниями гидроэлектростанции на реке Нарын. Этот проект оценивается примерно в $2 000 000,000. И сегодня же в Таврическом дворце пройдет заседание экономического совета СНГ. На нем участники обсудят стратегию экономического развития стран Содружества до 2020 года.